Добрый день, уважаемые ученики, покупатели моих видеокурсов, подписчики моих рассылок и посетители сайта. Меня зовут Тимофеев Александр. Я являюсь потостным портным в четвертом поколении. Вот уже 6,5 лет, как я обучаю с помощью своих видеокурсов в интернете искусству кройки и шитья. За 6,5 лет я создал 12 видеокурсов и 4 совместно, которые разошлись хорошими тиражами и имеют положительные отзывы. Сегодня, середина мая 2017 года, я хочу вам презентовать свой новый видеокурс, который называется «Крой, моделирование и пошив женского стильного жилета». Жилет на подкладке, вот с таким вот отложным воротником, без фиксированной линии перегиба. Вы можете делать вырез выше, ниже, по желанию. Также здесь два накладных кармана, двойные накладные карманы. По бокам разрезы боковых швах. Жакет полностью обработан подкладом. Подклад я взял специально контрастного цвета, чтобы при обучении вы видели, куда я его притачиваю и каким образом. Это все подробно рассказывается. Обучение мы начинаем со снятия мерок. Затем мы строим выкройки на бумаге или на ткани, как вам удобно. Выкройки самого, вот основу жилета. Затем выкройки воротника, отложного воротника, карманов двойных с клапаном. И затем уже переходим к следующему этапу вырезания деталей из ткани, врезание деталей из подклада, а затем на швейной машине пошагово я объясняю, как их стачать. Также показан полностью процесс влажно-тепловой обработки, ВТО. Внизу под этим роликом есть стоп-кадры из данного видеокурса, где вы можете подробно посмотреть, как будет происходить обучение. Курс записан в трех форматах. Первый формат — это DVD-диски. Вот такая коробочка. Вы заказываете наложенным платежом или предоплатой и указываете адрес. Мы вам высылаем посылку, в которой будет коробка. Внутри будут два диска по 8,5 гигабайт каждый. Это обеспечивает более качественное изображение. Также второй вариант, вы можете заказать данный видеокурс на флешке. Флешка 16 гигабайт. Вы заказываете наложенным платежом, предоплатой. Мы высылаем, и вы переписываете на компьютер, на ноутбук или просто на флешке храните постоянно видеокурс. Флешка остается у вас, ее возвращать не надо. Третий формат – это электронная версия. Я загрузил на Яндекс.Диск, на Google Диск и на Mail Облако. Почему? Потому что предыдущий мой видеокурс «Синее платье» я загрузил только на Яндекс.Диск, одновременно много людей стало заказывать, скачивать, и там лимит закончился. Поэтому в этот раз вот я подстраховался в трех местах. Загрузил, чтобы вы не имели проблем со скачиванием. Методы оплаты на скачивание и как можно это все осуществить внизу данного видеоролика, внизу сайта. Также вы можете написать мне на e-mail вопрос, на Skype, в соцсетях, ВКонтакте, в Одноклассниках. Можете написать мне смс, я перезвоню. Внизу есть 4 номера или 3 номера телефона. Вы можете на любой написать смс, я вам перезвоню, все объясню. Как заказать, как получить данный видеокурс, какие преимущества подробно могу рассказать. Сейчас не хочу затягивать данный видеоролик. Хочу лишь сказать, что, как всегда, в первые дни продаж у меня скидка. Скидки идут на все три варианта данного видеокурса.
Вот, вы можете в первые дни продаж успеть приобрести его со скидкой и начать обучение. В итоге вы научитесь кроить, моделировать и шить вот такой вот прекрасный стильный жакет. Его можно из толстой ткани, можно из средней толщины ткани шить. Носить можно с водолазкой, вот с таким платьем. Очень много вариантов, как его использовать. Сейчас очень модно. По Fashion TV вот я смотрю, последние показы мод смотрю. Очень модный вот этот вот жилет. И вот я решил вам записать и предоставить к вашему пользованию. Спасибо, что покупаете мои видеокурсы. Это дает мне силы, вдохновение на создание новых видеокурсов. Обещаю, что в будущем еще и еще будут видеокурсы. Оставайтесь на связи в рядах моих клиентов, подписчиков. Я желаю вам всего самого хорошего, успехов в творчестве, в шитье, в рукоделии, чтобы у вас обязательно все всегда получалось. С признательностью, ваш потосный портной Тимофеев Александр. До следующих видеокурсов!